Информация госавтоинспекции. Касается она проведения очередной акции под названием «Безопасность детей. Приоритет для взрослых». Как и ранее, такого рода мероприятия направлены на снижение травматизма и гибели самых юных участников дорожного движения на дорогах. Профилактика в этом направлении сейчас особенно актуальна. Грядут весенние каникулы, у детей появится больше свободного от учебы времени, которое они любят проводить на улицах. Юные жители нашего города – полноправные участники дорожного движения, где выступают в качестве велосипедистов, пешеходов и пассажиров. Поэтому накануне каникул им не лишнее будет напомнить правила, и сделать это должны взрослые. Сотрудники ГАИ выступят во всех учебных заведениях, детских, дошкольных учреждениях и в очередной раз напомнят самим детям, воспитателям, учителям о правилах дорожного движения, как правильно переходить проезжую часть. В дни проведения акции сотрудники ГАИ акцентируют внимание и на автолюбителях. В частности, при надзоре за дорожным движением будут следить за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях и использованием пассивных средств защиты, ремней безопасности и специальных кресел для перевозки детей. Беспокоиться об этом заставляет печальная статистика. Только на территории Брестской области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, при которых один ребенок погиб и 15 получили ранения различной степени тяжести. Что касается города Пинска, то у нас произошло одно дорожно-транспортное происшествие, при котором получил один ребенок ранение.